27 июня в Калининской исправительной колонии строгого режима прошел концерт Владимира Пшеничного. За то время, пока Владимир находится на Донбассе, он провел много концертов и встреч в ДНР и ЛНР. Концерты проводил практически для всех граждан Донбасса. Для бойцов в батальонах, для детей в школах и других учреждениях, для пенсионеров, работников пенитенциарной системы и осужденных в колониях. Репертуар исполнителя очень разнообразен, но основная направленность – это, конечно же, шансон. Кроме концерта, наша съемочная группа поинтересовалась условиями проживания заключенных, чем они занимаются, как их кормят и как устроен их быт. Скажите, пожалуйста, по какой статье вы осуждены и сколько вы уже отбываете срок? По 115 части 2, 187 части 1, сроком на 12 лет. А что вы совершили? Убийство. По неосторожности. А какие условия содержания у вас здесь? Условия у нас тут хорошие, замечательные. Питание у нас хорошее. Быт у нас не на всех, конечно, бараках хорошо, но в основном нормально. Какие у вас культурно-массовые МРП, спортивные проводятся? Что-то, библиотека, возможно, у вас есть? Библиотека есть, есть спортивные мероприятия проводятся. И футбол играем, и теннис тоже присутствует у нас. Так вроде бы. А вот чем заключенные, в принципе, занимаются большую часть времени на территории избирательной колонии? Ну, вот как у меня, 12-е отделение, он в основном работает в промзоне. Вот. И, ну, бывает, приходят с работы, читают. Ну, суббота, воскресенье, выходной у нас. И замполит нас собирает на клубе, показывают фильмы. Вот. Вот так. Какие у вас виды работы есть? Чем вообще занимаются? Есть сварщики, есть эти сам столяры, есть и токари. Питание хорошее. Что сегодня давали? Макароны. С тушенкой или с рыбой. Вот. Какие меры предосторожности, меры безопасности руководства колонии проводило, чтобы... С верхних этажей спускали людей, чтобы это самое, ну, если в случае попадет, ну, если попадет в барак, то оно ж и спасло, ну, больше бы спасло людей. Вот. Во время обстрелов погибших у вас не было? Не было. А бомбоубежище есть на территории? Бомбоубежище есть, но оно как бы затоплено вроде бы. А ведутся работы по его введению в эксплуатацию? Да, да. Ведутся, конечно. Откачивается воду откачивают. Часто свидания все разрешаются? Ну, как положено. Положено тебе свидание, идешь на свидание. И краткое, и длительное свидание у нас работает. И замечательно все. Время? Сколько разрешают на свидание? Краткое и длительное? Краткое на час, а длительное трое суток. Площадь исправительной колонии очень большая. В результате этого у заключенных есть возможность найти себе занятие по душе. В учреждении имеются большие насаждения сельскохозяйственных культур, урожай от них пойдет в столовую на пропитание осужденных. Имеются также и парники, в них растут помидоры и огурцы. Пройдя далее, можно увидеть, как подрастают куры-бройлеры. Кроме этого, в колонии имеется мини-пасека и хозяйство по выращиванию свиней и кроликов. Масштабы и размеры калининской колонии впечатляют. Заключенные имеют возможность работать не только на сельскохозяйственных площадках, а и в цехах. В колонии производят плитку, сетку, проволоку, металлоконструкции, осуществляют сварочные и покрасочные работы.